рождения у творческих людей не принято. Анастасия Милицкая, Владислав Рашидов, новости НТР. На этом у меня все. Впереди новости спорта с Тимуром Шишкановым. Он уже в студии. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Тимур. Добрый вечер. О спорте после короткой рекламы. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. И всего доброго.